Всем привет! Это программа «Точка.ру». С вами Юлия Черняева. И сегодня я вновь расскажу о том, чем же жила всемирная сеть всю минувшую неделю. Какие новости интернета попали в топ, что обсуждалось в городских пабликах и чем удивили самарские ученые. Загружаемся! Сегодня в программе «Цветы дружбы» – яркие краски фестиваля цветов на ваших фото. Сделай свой выпускной вечер особенным. Новый конкурс от телеканала «Самара ГИС». Где и когда в городе появится бесплатный Wi-Fi. Стример снимает сторис и делает влоги. Продолжаем расширять словарный запас. Когда твой пол – это лава, а у тебя есть 5 секунд, чтобы спастись. Все это и многое другое прямо сейчас. Цветов много не бывает. Особенно на фестивале цветов, который прошел в субботу 17 июня. Парк культуры и отдыха «Дружба» благоухал как никогда. Еще бы, такую красоту редко где увидишь. Поистине чудесные декорации для съемок фильмов про феечек или смурфиков, ну или просто для ваших шикарных снимков на память. Все эти фотографии можно найти, если набрать в соцсетях геолокацию «Парк Дружба» или хэштег «Фестиваль цветов Самара». Телеканал «Самара ГИС» запускает акцию «Выпускной на ГИС». Собери одноклассников, запиши видеоприглашение, загрузи ролик в социальные сети с хэштегом «Выпускной на ГИС». Набери больше всех лайков, и тогда съемочная группа приедет именно к вам. Вас увидит вся Самарская область. «Выпускной на ГИС». Подробности на сайте samaragis.ru. С июля этого года все операторы сотовой связи и средства массовой информации обязаны сообщать обо всех опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. Вступают в силу изменения в законы о связи и о СМИ. Оповещение будет происходить оперативно посредством рассылки СМС и информации в эфире, в соцсетях, на сайтах. А тем временем ведутся разговоры о том, что в Самаре на набережной и площади Куйбышева появится Wi-Fi. Сотовые компании делают ставку на то, что в таком случае увеличится уровень реализации программ «Информационное общество» и «Безопасный город», которые непосредственно связаны с интернетом и социальными сетями. Бизнесмены планируют провести эти работы в рамках реконструкции дорог на территории Самары за свой счет. Это позволит проложить волоконно-оптические линии связи с опор наружного освещения в кабельную канализацию. Не исключено, что Wi-Fi появится также около стадиона «Самара-Арена» и на туристических маршрутах заповедника «Самарская Лука». Продолжаем знакомиться с популярными нынче словами и выражениями, без которых современному человеку не понять то, что происходит в интернете в целом и в социальных сетях в частности. Если вы пропустили прошлый выпуск, обязательно пересмотрите. Там мы рассказали, что такое мемасики, хайп и versus battle. Сегодня предлагаю начать со слова «стример». Так называют геймеров и киберспортсменов, которые сутками напролет сидят перед включенной камерой и играют в видеоигры.
бессмысленное. На первый взгляд, занятие привлекает множество зрителей, готовых по первому зову пожертвовать любимому стримеру сотни тысяч рублей. Именно поэтому в 2017 году компьютерные игры – это не просто официально признанный вид спорта, а самая настоящая работа, доступная любому школьнику с маломальским мощным железом. К тому же стримами увлекаются популярные видеоблогеры. Во время прямых трансляций они выпрашивают у доверчивой аудитории лишний рубль. К примеру, кинул денежку, и тогда твой вопрос озвучит и, возможно, даже ответит на него. Ищите стримы, они же прямые трансляции, на популярных видеохостингах, например, на YouTube. Наверняка вы также слышали такое слово, как «сторис». Это так называемые моментальные истории, благодаря которым в свое время прославилось приложение Snapchat. С их помощью пользователь мог мгновенно делиться с друзьями фото и видеоматериалами, но которые автоматически удалялись спустя сутки. Идея приглянулась администрациям Instagram, WhatsApp, Facebook и ВКонтакте, которые внезапно обзавелись собственными историями, как две капли воды, похожими на функционал Snapchat. В начале июня своими сторис обзавелся и даже Skype. На сторис можно делать надписи, клеить стикеры и смайлики, отмечать людей и снимать в каком угодно стиле. Ну и последнее на сегодня слово – влог. Это одно из самых модных направлений так называемого творчества современных ютуберов. Заключается влог в том, чтобы постоянно таскать с собой камеру и фиксировать все, что происходит вокруг. Просто абсолютно все. Например, блогеры очень любят делать влоги о том, как они снимали очередной ролик-шедевр или посетили какую-нибудь вечеринку. Итак, сегодня в наш словарь попали стримеры, сторис и влоги. Обязательно продолжим наш ликбез в следующей программе. Все мы родом из детства, и наверняка у каждого из вас были не только воображаемые друзья, но и любимые игры и забавы. Но порой взрослым так хочется немного подурачиться. Однако иногда детские шалости приводят к небывалой популярности и всеобщему помешательству. В хорошем смысле. В конце мая британские блогеры Йоханна и Кевин выложили в Инстаграм видео, на котором играют в детскую игру под названием «Пол – это лава». Суть игры вот в чем. Как только один из участников скажет кодовую фразу, другой или другие должны за 5 секунд запрыгнуть на возвышенность и спастись от воображаемого потока. Ролик стал популярным, и уже на протяжении нескольких недель пользователи соцсетей публикуют свои видео под общим хэштегом «The floor is lava» или же «Пол – это лава». Животные справляются с заданием ничуть не хуже людей. Попробуйте и вы, и не забудьте снять это на видео. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, Twitter, Instagram, группа ВКонтакте, Facebook и канал на YouTube. Кстати, у нас там уже более 13 миллионов просмотров. Смотрите и вы нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Присылайте свои новости в наши группы. Всем лайк! Пока!